Здравствуйте, меня зовут Валерия Ришкевич, мне 19 лет, и я из города Сургут. У меня эпилепсия. На обследовании и решении проблемы мы тратили очень много времени, сил и энергии. Мы ездили в Израиль, потратили кучу средств. В общем, там нам ничего нового не сказали. С раннего детства я принимаю таблетки. А как вы знаете, таблетки влияют сильно на здоровье. И сюда, в компанию, я пришла за здоровьем. Есть некоторые результаты. У меня начали быстрее расти ногти, волосы стали крепче и засыпать стало быстрее. Насчет приступов не возникало. Сейчас все хорошо и так будет дальше. Хитозан, Икан, Вейкан, Кардицепс, Цинк. Если у вас такая же проблема, как и у меня, то в любом случае не стоит бояться попробовать продукцию компании Тинши, потому что это вам поможет. Всем здоровья, всего доброго, хорошего, достижения цели, главное здоровье. Всем до свидания.